Во многом этот вот неопределенность сохраняется именно потому, что президент Российской Федерации вечен. Вот в этом есть определенная сложность для нас, потому что когда есть некие критерии оценки, есть некая почва и повод для сомнений, когда есть дискуссии в обществе, когда есть столкновение мнений, пусть даже противоречивых, в которых рождается истина, это одно. Когда мы все двигаемся в очень узкой, маленькой трубе, которая в настоящий момент свободна от газа и нефти, а мы по ней всем обществом идем, у нас нет вариантов двигаться влево-вправо, мы двигаемся только по трубе. Поэтому будущее как раз именно в конце этой трубы, и вопрос только, когда мы вот этот свет в конце туннеля увидим, через сколько лет.